Если психически здоровому человеку задать вопрос, почему он, русский, воюет в Украине, то этот человек на этот вопрос не сможет дать ответ. Психически здоровый человек, он не понимает, почему Владимир Владимирович Путин послал его на войну и почему он воюет в Украине. Есть больные люди, психически нездоровые люди, которые фантазируют и раздают разную информацию о причинах войны. Они по-разному рассказывают, почему они воюют в Украине. У них разные версии войны. Но вот россияне, они воюют в Украине. И вот им Владимир Владимирович Путин обещал там разные награды, разные там преимущества в жизни. Но на самом деле всего этого не происходит. На самом деле россияне, которые воюют в Украине, они воюют впустую. Они воюют непонятно за что. И вот многие люди, они уже погибли на этой войне. Ихние матери, жены остались одни. И вот что говорят о погибших своих сыновьях и мужьях, ну, ихние жены и матери. Давайте послушаем в этом вот видео. 3 года назад мы вот переехали в Казань, потому что снимали 2 года жилье. И нынче мы переехали в свой дом. Вот в апреле месяце я была еще беременна. Я всю беременность ходила, строила дом, нанимала рабочих. Вот нынче летом я все это строила. Думала, приедет муж, мы будем дальше жить. В результате он погиб. И я осталась одна с 8 маленькими детьми. В том доме они приехали, говорят, что дом можно восстановить. Для чего дом восстанавливать в деревне? Там школа сейчас закроется, садика не будет. А он ничего не боялся в жизни. Он никаких работ ничего не боялся. Он за любую работу брался. И вот сколько жаловался, ходил. Говорит, почему всем дают, говорит, всем, говорит, мы никуда не попадаем. А теперь-то что давать-то? Теперь-то его не вернешь? Это сделали, что вот дети начислили, вот поделили на 9 детей. Сколько положено выплат каждому на счет. Я говорю, может, вернешься обратно? Он говорит, нет. Я говорю, не могу. Кто-то бежит, говорит, куда-то Казахстан, говорит, а я не могу. Семья погибшего надеялась, что им власти, ну, российские власти, помогут выплатить кредит, помогут им решить жилищные проблемы, помогут им воспитать детей, ну, большое количество детей, которые они имеют. Но на самом деле эта семья ничего не получила. Она получила только погибшего мужа. Эта семья, она жила в нищете. Ну, она в нищете, эта семья и умрет.